Так, идем мы мимо вот этого отеля. Я обещала вам зайти сюда, посмотреть растения. Смотрите, лаванда. Причем заходишь, и сразу запах такой сумасшедший от нее. Ну, вот так оно все здесь растет. Не сильно обстрижено. Но вот туйки обстрижены, сформированы. Вот я вам те туи показываю, они выполняют функцию забора. А за забором вот такие растения. Вот здесь вот шарики в лаванде. Лаванда очень большая. Такие кусты прям мощные. Вот там, по всей видимости, туйка такая. Деревья сформированы тоже на штамбе. Кипарисовик. Видимо, еще не пришло время стрижек, поэтому в таком сейчас состоянии. Живые изгороди. Вот такая форма. Какие скульптуры здесь интересные. Вот это, по-моему, тис. Да, тис. Вот это тис. Посмотрим, здесь вот шарики такие. Честно говоря, не знаю, что это за кустарники. Листопадные, скорее всего. Вот здесь такие подушечки. Красивая здесь композиция, такой аквапарк небольшой. Посмотрим, что здесь еще. Здесь очень интересные тоже задумки по поводу озеленения. Ужине здесь много детей отдыхает, спортсменов. Что-то здесь гудит. Вот такие здесь насаждения. Так, там секьюрити стоят. Я дальше, наверное, не пойду, а то меня еще выгонят. Вот верба. Пойду вот так. Красиво все смотрится. Оформление интересно. Арки.
освещена. Очень красиво это смотрится, когда подсвечиваются растения. Вот это вот лиственница. С желтыми кончиками. Интересно. Везде лавочки и скульптурки животных, барашки и растения. Вот барашки, мостик. Тоже кое-что можно для себя взять в оформлении. Там каплычка такая. Тоже вся в зелени на штамбах. Какие-то вот кустарники. Тоже все это подсвечивается красиво. Можжевельники. Все это подсвечивается красиво. Траву, я смотрю, начали рвать только сейчас. Сорняки убирать. У них, наверное, какой-то здесь есть график уборки сорняков. Это не то, что мы там целыми днями их убираем. Такой цветной фонтанчик красивый. Может быть, кто-то у себя захочет такое сделать. Такая вот кривулька. Здесь немножко заросло. Кое-какие растения уже засохли. Вот такие скульптуры здесь. Здесь все сделано в итальянском стиле. По-моему, даже каждое здание имеет свое название. Вот это все гибискусы. Вот это. И вот стенка из гибискусов. Ну, это, по всей видимости, березки какие-то, пихточки. Такие вазоны интересные. Вот туда дальше не пойду. Такое оформление. Капельный полив вот проведен. Дальше хвойные. Сосна. Это какие-то кустарники с бордовыми листьями. Все вот задумано хорошо. Галька там такая небольшая. Ну, сорняк надо убирать. Вот, скульптур очень много. Вот так вот огорожена приватная зона. Такие вот тоже кипарисовики, чтобы не было видно, что там за ними происходит. Смотрим на очередную порцию красоты. На ночь мы решили прогуляться к морю. Этот отель находится возле моря. Сейчас мы туда же выйдем. Вот. Очень много красивых насаждений. Я даже, наверное, еще не все обошла. Там гортензии. Тоже такой вот заборчик из кипарисовиков. Это новое двухэтажное здание. Их недавно построили. Этот отель постепенно развивается и постепенно достраивается. Вот здесь еще такая, оказывается, площадь для отдыха. Вот, все туйки пожелтели, покоричневели. Но зато здесь есть вот такой бассейн. Вот там, по всей видимости, кафе. А это такой бассейн. Вот, тут даже есть стекло,
прозрачная. И бассейн без стенок. Очень интересно это все красиво смотрится. Всегда для себя можно найти какие-то детали, которые можно применить в дизайне своего сада, зоны отдыха, насаждения, вазоны. Вот это гейхера, я смотрю, вот сидят. Вот гейхера цветет. Там питоньки. Везде вот такие вот красивые акценты. И вот здесь такие вазоны. Конечно, каждый у себя дома ухаживает лучше, чем это твоя как бы работа. Возможно, чья-то не очень любимая, а надо человеку зарабатывать деньги. Но здесь, конечно, садовнику очень много работы. Ну, а мы идем к морю. Наверное, вот так пойдем. Вот здесь еще композиции такие перед бассейном. Вот бассейн. Вот так высажено. Здесь под навесом лежаки. Это зона отдыха. Там тоже скульптуры, фонтанчик там. А мы идем к морю. Выходим. Надеюсь, что я вам порцию красоты показала. Вот этот симпатичный комплекс с красивыми насаждениями. Всем желаю красоты. Пусть у нас в садах тоже будет красиво. Вечернее море. Очень сегодня жарко, тепло. Тут вот фонари на солнечных батареях. Правда, через раз почему-то работают. Тут площадка. И пляж. Пляж. Море сегодня волнуется. Тут тоже кафе возле моря. И мы заходим на пляж этого отеля. Фешенебельного, пятизвездочного. Вот так выглядит пляж вечером. И вот такое море. На сегодня все. Порция красоты закончилась. Желаю вам вдохновиться на новые идеи. Всем пока! Она банница. Мне там написали, что обязательно попробуйте. Вот тут разные виды с сыром. Такие цены. Тут пекарня своя. Взяли штрудель еще попробовать. Это еще не пробовали. Вот там пекут. В общем, мы пробуем болгарскую кухню.